На сайте «Живем на севере» завершается прием предложений и идей для формирования общегородского плана мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. Также подходит к концу голосование по выбору места проведения городских соревнований по рыбной ловле. Платформа «Предлагай» информресурса «Живем на севере» уже собрала около 90 идей губкинцев и более 7 тысяч голосов. Об активных и будущих опросах расскажет Элиас Капралов. На портале «Живем на севере» продолжается прием предложений и идей для формирования общегородского плана мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда в 2018 году. До окончания подачи идей остался один день. Уже подано более 20 предложений. Они, значит, включают в себя такого рода мероприятия, как флешмоб в средствах индивидуальной защиты, вот, организация обучения по охране труда, проведение спортивных мероприятий, приуроченных к охране труда. Вот. Также передовой опыт в рамках посещения наших крупных организаций, в которых охрана труда поставлена должным образом, вот, в виде экскурсий. Также на портале «Живем на севере» губкинцы выбирают место проведения городских соревнований по рыбной ловле. Проголосовать за предложенные горожанами варианты можно еще 2 дня. Неплохую активность проявляют наши горожане. На сегодняшний день мы 3 места уже выделили, такие фавориты, где люди хотят видеть организацию данного мероприятия. Это набережная, это парк культуры отдыха, это дачный массив. За набережную проголосовали более 400 человек, за дачный массив проголосовали примерно столько же, но немножко меньше. И за парк культуры отдыха более 200 человек. Проведение соревнований по подледной рыбалке планируется на конец марта. На платформе «Решай» сайта «Живем на севере» активен опрос населения о проведении в Губкинском различных выставочно-ярмарочных мероприятий. Проголосовать «за» или «против» можно будет еще 9 дней. Напомним, за каждое голосование, идею или комментарий участникам проекта начисляются бонусные баллы, которые впоследствии можно обменять на различные призы. Призы будут пополняться, они разнообразные, начиная от самых таких, как молодежь говорит, прикольных, до таких в хозяйстве полезных, как то мясорубка там, или аккумуляторы. Поэтому я надеюсь, что даже вот такие маленькие сюрпризы, они привносят некоторый интерес, желание побороться. Ну а самое главное, заходите на данную платформу, голосуйте, и вы будете услышаны. Через 9 дней на портале «Живем на севере» начнется опрос населения по теме информирования горожан по вопросам финансовой грамотности. Также в скором времени будет активен опрос по теме распространения информации о бюджете. Элиас Капралов, Наталья Рябинина, Денис Вильков, Илья Квасов, Алексей Магин. Новости Губкинского.